новостей на канале Первый Крымский. Здравствуйте. О главных событиях расскажут наши корреспонденты. На всех стратегических объектах, а также в органах власти всех уровней введено круглосуточное дежурство, заявил глава Крыма Сергей Аксенов. Все социально значимые объекты республики подключены к электроснабжению и работают по утвержденному графику. 547 дизель-генераторов готовы к запуску. 330 мегаватт мощности обеспечивают мобильные газотурбинные электростанции и ТЭЦ. Сформированы 114 бригад для выполнения разного рода работ, связанных с отключением электричества. К сожалению, в целях экономии электроэнергии уличное освещение в темное время суток до нормализации ситуации включаться не будет. Развлекательные заведения в связи с режимом ЧС будут работать только до 22 часов. Возможны перебои с мобильной связью и интернетом. Хочу еще раз заверить крымчан, что ситуация находится под полным контролем власти. Опыт, связанный с преодолением последствий аналогичного блэкаута в декабре прошлого года, у нас есть. На федеральном уровне делается все возможное для скорейшего разрешения возникших проблем. Приношу моим землякам извинения за причиненные неудобства. Власти Крыма в связи с отключением электроэнергии работают в режиме нон-стоп. На экстренном совещании Сергею Аксенову обстановку на полуострове доложили первый заместитель председателя Совета министров республики Михаил Шеремет, министр чрезвычайных ситуаций и министр топлива и энергетики. Как Крым переживает чрезвычайную ситуацию и какие меры предпринимаются, смотрите в нашем сюжете. Сотрудники силовых структур, республиканских и муниципальных органов власти находятся на своих рабочих местах. Предпринимаются все меры, чтобы ситуация на полуострове стабилизировалась. Хочу прежде всего поблагодарить крымчан за выдержку. Никаких оснований для паники нет. Приношу извинения за временные неудобства, которые доставлены вам в связи с недружественными действиями в отношении Республики Крым. Тем не менее, органы исполнительной власти, координируя свою деятельность с федеральными органами исполнительной власти, делают все возможное для ликвидации последствий в кратчайшие сроки. Режим чрезвычайной ситуации был введен на территории республики в воскресенье, 22 ноября, ночью в 1 час 42 минуты. По состоянию на 13.00 22.11 в Республике Крым отключено 850 населенных пунктов, общее количество людей 1 миллион 380 тысяч. Проведено заседание комиссии КЧС, на котором данная ситуация признана чрезвычайно техногенного характера регионального уровня, а также проведены заседания всех региональных комиссий. Силы и средства Главного управления переведены в режим функционирования чрезвычайной ситуации. На базе Главного управления организована работа оперативного штаба. На базе Министерства топлива и энергетики Республики Крым создан межведомственный штаб. По данным Крымэнерго, на центральных значимых объектах установлено 860 автономных источников питания. Из них подключено 534. На данный момент переток из НЭК Укрэнерго составляет 0 мегаватт. К электроснабжению подключены 546 социально значимых объектов и объектов жизнеобеспечения. Введены отработки или графики аварийного включения электроэнергии, графика подачи воды и подвоза воды, а также определены силы и средства для указанных целей в количестве 320 человек личного состава, 70 единиц техники. Отчитался Сергей Аксенов о ситуации в Крыму министр топлива и энергетики республики. Наша генерация на сегодняшний день несет чуть больше 350 мегаватт. Это, естественно, недостаточно при объеме потребления на данный момент времени 750, ну, может быть, чуть-чуть больше мегаватт. Поэтому дефицит составляет 400 мегаватт. Мы вынуждены на этот объем вводить так называемые графики временных отключений. Они не должны превращаться в графики постоянных отключений. Вы, пожалуйста, будьте добры, несмотря на то, что Крымэнерго там по многим вот таким вопросам работает еще в ручном режиме, то есть нет процесса автоматизации везде, обеспечить равную доступность к получению электроэнергии, чтобы не было так, одни регионы отключены постоянно, то есть как бы, а в других так или иначе есть свет. Будем нести, то есть бремя это, то есть совместно. Должно быть это выстроено справедливо. Ситуация на рынке нефтепродуктов в профильном министерстве оценивают как стабильную. Сегодня у нас 27-дневный запас топлива по дистопливу на всех заправках и порядка 18-20 дней запас по двум типам бензина, 92 и 95. Органы власти находятся в тесном контакте с силовыми структурами, которые переведены в режим повышенной готовности. Это МВД, это внутренние войска, это и народное ополчение, которые совместно организовывают, особенно вечернее и ночное время, патрулирование улиц, муниципалитетов, охрана особо важных и социальных объектов. Сергей Аксенов отметил, общественная безопасность в Крыму должна соблюдаться в усиленном режиме. Просим всем быть спокойными. Я уверен, что мы с честью выйдем из этой ситуации. Артем Артеменко, Олег Черемисин, Игорь Демидов и Андрей Латухин. Время новостей.
Крымэнерго составили графики веерных отключений. Об этом на экстренном совещании с главой республики сообщил гендиректор предприятия Виктор Плакида. По его словам, электричество будет отключаться не более чем на 2 часа. Отключения затронут все регионы полуострова, но будут они плановыми и равномерными. Чтобы не было разницы, как это было в предыдущие периоды, когда у одних там 10-12 часов нет света, а у других не отключают вообще. У всех должен быть равномерный доступ. Поэтому ваша задача этот доступ справедливо обеспечить. Экстренное совещание глава республики Сергей Аксенов начинает с поручений. Главная задача – рационально использовать собственные мощности. Социально значимые объекты Крыма уже подключили к резервным источникам электроэнергии. С жилым фондом ситуация сложнее. Поэтому веерных отключений не избежать. Город Симферополь. С 16 до 18 часов. Киевский район. Белая, Каменка, Свобода, Давыдовка, Марина, район Москальцо. С 18 часов до 20 часов центральный район, Перово, Акмечеть, Фонтаны, Заводской. С 20 часов до 21 часа железнодорожный район и район центральный, не вошедший в ранее произведенное отключение. График еще будет корректироваться с указанием конкретных улиц и домов. Но, как заверили главу республики, электричество будет отключаться не больше, чем на 2 часа. Отключения пройдут по всем регионам Крыма. Нужно экономить. Общая генерация по Крымскому федеральному округу составляет 360 мегаватт. При планируемом пике потребления в вечернее время около 950 тысяч мегаватт, при данной температуре воздуха, мы покрываем чуть больше 1/3 потребителей. График предусматривает обеспечивание этих мест на территории Республики Крым максимально не более чем на 2 часа. Ремонтные работы в Херсоне уже идут. Все переговоры с украинской стороной об урегулировании ситуации с энергоснабжением полуострова ведет Минэнерго Российской Федерации. В свою очередь, крымское правительство решает проблемы на местах. И уверяют, диверсия украинской стороны вернется бумерангом. Если хозяйствующие субъекты Украины считают, что им не нужен этот рынок сбыта, они его потеряют точно так же навсегда, как это случилось с продовольствием. Временные трудности мы переживем, коллеги, так не раз было. Но еще раз говорю, языком ультиматума разговаривать с нами никто не будет. Это я гарантирую. Лучше мы перетерпим один раз, но поставим точки над «и». И на этом закончатся все эти популистские заявления отдельных политических деятелей, которые пытаются крымчан таким способом напугать. Не получится. При этом глава республики подчеркнул, угрозы жизни и здоровью крымчан в связи с прекращением подачи электроэнергии из Украины нет. Сергей Аксенов сообщил, все службы работают в штатном режиме. В приоритете подача света именно в жилой фонд. В тех районах, где в связи с экономией уличное освещение будет прервано на длительный период, усилят патрулирование. Екатерина Сабинина, Андрей Псом. Время новостей. Крымэнерго будет применять графики веерных отключений электроэнергии на полуострове, утвержденных правительством Крыма. По словам директора организации Виктора Плакиды, электричество будет отключаться не более чем на 2 часа в различных регионах Крыма в период с 16 часов до 21. В Симферополе с 16 до 18 часов будут отключены Киевский район, Белая, Каменка, Свобода, Давыдовка, Марьино и Москальцо. С 18 до 20 часов отключат Центральный район, Перово, Акмечеть, Фонтаны, Заводское. Железнодорожный район и часть Центрального, не вошедшая в предыдущий период, будут отключены с 20 до 21 часа. В Феодосии с 16 до 18 часов планируется частичное отключение районов Украина и Динамо. С 18 до 20 – частичное отключение центрального района, а с 20 до 21 часа – других частей центрального района и района Украина. В Ялтинском регионе с 16 до 18 часов будут отключены Ливадия, Алупка, Ялта, Форос и частично Массандра. С 18 до 20 часов – Гаспро, Семиис, Гурзуф. С 20 до 21 – частичное отключение Алушты. В Евпатории 7 и 8 микрорайоны останутся без электроэнергии с 16 до 18 часов. Спальные районы Старый город с 18 до 20. Частично 7 и 8 микрорайоны и спальный район с 20 до 21. Также с 16 до 18 часов планируется полное отключение Нижнегорского, Кировского, Советского, Первомайского, Ленинского, Джанкойского, Черноморского, Бахчисарайского районов и города Судак. Отключение планируется и в Щелкино с 16 до 18 часов, Саках с 16 до 18 и Сакском районе с 18 до 20. В Крыму временно остановлены все 837 котельных в связи с перебоями электричества. Об этом заявил министр ЖКХ республики Александр Жданов. Погода, к счастью, на стороне крымчан, на улице небывалые для конца ноября плюс 18. Во время остановки котельных ни одно оборудование не вышло из строя, обошлось без происшествий. Котельные остановлены только на дневное время.
Ночью будут 5 протоки, чтобы обеспечить прежде всего социальные объекты, как здравоохранение, где люди находятся на стационарном лечении, так и детские сады, потому что завтра дети уже пойдут в садики. Значит, завтра выходной день объявлен, то есть принято решение о связи с чрезвычайной ситуацией. Угу. Поэтому в связи с этим графики сконцентрируйте, в том числе и по подаче тепла. Все. Для экономии электроэнергии мы будем доводить только ночные протоки. При позволении температуры наружного воздуха мы будем отключать. Решение мной уже подписано, о том, чтобы объявить завтрашний день нерабочим. Кроме органов исполнительной власти, республиканского и муниципального уровня. По водоснабжению решите доложить тоже. Да. Практически, Сергей Валерьевич, если говорить, то у нас из 11 крупных городов, у нас только в 4 городах идет будет по графику. Практически мы 7 крупных городов, мы идем без ограничений, несмотря на то, что у нас есть проблема электроэнергии. То есть мы работаем на дизель-генераторах. У нас Алушта без ограничений, Белогорск без ограничений, Евпатория без ограничений, Саки без ограничений, Феодосия без ограничений, Ялта без ограничений, Симферополь практически без ограничений. Только 3 микрорайона, которые от Бахчисарая запитаны, Вилинского водозабора, это Ковыльный, микрорайон Ковыльная, микрорайон Марьина Украинка и микрорайон Героев Сталинграда и маршала Жукова. По графику будет подаваться. И 4 у нас, еще кроме этого, 3 по графику будут подаваться в Бахчисарае, в самом городе, в Судаке и в Керчи. По всем населенным пунктам, где есть ограничения с подачей, организовать доставку питьевой воды. В цистернах, то есть как бы мониторить ситуацию, прямо вот информацию, поступающую в социальных сетях, это делает пресс-служба на сегодняшний день группы контроля, так и на телефонной горячей линии. В министерстве приемные все работают, сотрудники все на месте. Круглосуточное дежурство организовано. Сегодня и завтра все работают в таком режиме. Все предприятия, обеспечивающие жизнь полуострова, работают в режиме чрезвычайной ситуации, но штатно. Газотранспортная система Крыма функционирует без сбоев. Об этом рассказал директор предприятия «Крымгазсети» Сергей Тарасов, главе республики. Давление стабильное, нормальное. Вот, специалисты усилены, сократили графики обхода. Обходим газовые сети, обходим сооружения на газовых сетях, для того, чтобы не возникало нештатных ситуаций. На сегодняшний день нештатных ситуаций нет. Население и потребители природного газа, которые его потребляют, получают в полном объеме. У вас резервные источники тоже установлены? Резервные источники установлены. Они в основном установлены, где аварийные службы, для того, чтобы была связь и для того, чтобы можно было принимать информацию. И работаем в течение, каждые 2 часа мне докладывают о ситуации, которая находится на территории Крыма по газотранспортной нашей сети, системе. Задача трудового коллектива, я прошу вас тоже к ним обратитесь. Благодарен им за мобилизацию. В такой сложной ситуации задача обеспечить бесперебойную подачу газа населению. То спасибо. Задерживать быть не должно. Обязательно передам, работаем, все будет нормально. Я вас уверен. Понедельник, 23 ноября, в Крыму объявлен нерабочим днем. Указ подписал глава республики Сергей Аксенов. Согласно документу, выходной объявлен в связи со сложившейся ситуацией по электроснабжению полуострова. Завтрашний день объявлен нерабочим днем. Кроме государственных и муниципальных служащих, то есть органов исполнительной власти, республиканского и муниципального уровня. Завтра, коллеги, все работаем. Завтра и сегодня до упора. Прошу вас собраться в данном случае и поддержать людей в непростой ситуации. Глава Крыма также сообщил, после того, как ситуация в Крыму полностью стабилизируется и все будет отрегулировано, профильные структуры ждет разбор полетов. Их готовности будет дана объективная оценка. По итогам мы все равно проведем, Михаил Сергеевич, то есть как бы служебное расследование. В части того мы посмотрим, насколько в практическом поле оказались готовыми наши службы, все без исключения. В Совете министров Республики Крым закончились экстренные совещания руководителей ключевых министерств. Каждый лично в кабинете у главы Крыма доложил об обстановке на полуострове. Вице-премьер Дмитрий Полонский отметил, в целом ситуация в регионах стабильная. На сегодняшний момент абсолютно все органы власти, в том числе местной, приведены в состояние полной готовности. Руководители находятся на рабочих местах. На рабочих местах находятся все сотрудники аппарата. Обеспечена полная и постоянная связь абсолютно со всеми образованиями, включая сельские поселения, ну то есть до самого минимального уровня. В том числе и мобильное. В том числе и мобильное. Значит, на сегодняшний момент курирующие вице-премьеры обеспечивают связь с курируемыми ими регионами. Все находятся на связи и помогают решать те текущие задачи, которые возникают перед всеми муниципальными образованиями.
Значит, все отлажена система телефонного взаимодействия, отлажена мобильная связь, отлажена работа интернета. Таким образом, все распоряжения, вся информация систематизируется, доводится до места и, соответственно, передается и оформляется нами для того, чтобы я, соответственно, мог вам докладывать ситуацию с регионов. На сегодняшний момент ситуацию главы муниципальных образований оценивают как стабильную. Мы обеспечили работу всех основных органов власти. Нет абсолютно никаких жалоб со стороны граждан на работу, прежде всего, объектов социальной инфраструктуры, больниц, органов власти, органов внутренних дел. Таким образом, на сегодняшний момент контроль над ситуацией обеспечен Республикой Крым в полном объеме. Какие ограничения по мобильной связи на сегодняшний день? Значит, Сергей Ильич, у нас в целом в Республике Крым работает 1100 ориентировочно базовых станций, около 1100 базовых станций мобильной связи. Значит, на сегодня работа этих базовых станций напрямую зависит от тех графиков веерных отключений, которые разрабатываются Крымэнерго и Министерством топлива и энергетики. При этом мы гарантированно удержим связь в органах власти, в больницах, на объектах социального обеспечения. Проблемы и сложности мы будем испытывать с теми базовыми станциями, которые находятся в отдаленных районах, которым нет возможности на сегодняшний момент установить отдельные дизель-генераторные установки, и в тех районах, которые, ну, скажем так, наиболее пострадают от отключения электроэнергии. В целом же и в общем на территории Республики Крым мобильная связь будет работать стабильно. Обеспечены работы как стационарных дизель-генераторных подстанций, так и дизель-генераторных подстанций передвижных. Вместе с тем Дмитрий Полонский рассказал Сергею Аксенову о том, как налажена работа по информированию населения. Ни на минуту не прекращала свою работу телерадиокомпания «Крым». Мы работаем в радиоэфире, в FM-диапазоне, мы работаем на проводном радио, мы работаем на телевизионном канале «Первый Крымский». 24 часа организовано дежурство, телерадиокомпания «Крым» оснащена в полном объеме дизель-генераторами, топливом и так далее. Поэтому на сегодняшний момент доведение информации до граждан Республики Крым организовано нами. Кроме того, на базе телерадиокомпании «Крым» мы организовали штаб для средств массовой информации, наши коллеги из федеральных средств массовой информации из местных могут приходить туда. Заявление украинских радикалов Джемилева и Чубарова, что крымские татары полностью поддерживают отключение электроэнергии в Крыму, не более чем блеф для западных покровителей этих беглых политиканов. Такую мысль озвучил вице-премьер Крыма Руслан Бальбек. По его словам, как в так называемой продовольственной блокаде, так и в уничтожении электроопор участвуют не более 20 человек, которые пытаются говорить от имени целого народа. На данный момент происходит чрезвычайное собрание крымско-татарской общественности. Есть полная поддержка духовного лидера мусульман Крыма с осуждением акции по блокаде, так называемой потешной блокаде по отношению к Крыму со стороны радикалов из Меджлиса. Будет инициирован сбор подписей в знак, скажем так, поддержки правительства и с осуждением вот этой вот так называемой блокады, которую инициировали радикалы из Меджлиса. Поэтому, естественно, это такой вот шаг крымско-татарской общественности, крымско-татарского народа, чтобы международная общественность, которая дезинформируется при медиаподдержке Запада радикалов из Меджлиса и дает им возможности говорить от имени всего крымско-татарского народа, вот, чтобы донести вот сбором этих подписей о том, что крымско-татарский народ солидарен со всеми крымчанами и выступает против блокады, против любых экстремистских действий, которые сегодня происходят на границе с участием радикалов из Меджлиса. Дефицита продовольствия на рынках и в магазинах нет. Об этом доложил Сергею Аксенову первый заместитель министра промышленной политики республики Константин Равич на экстренном совещании. Все работают в штатном режиме. Доложите обстановку, пожалуйста, на продовольственном рынке, как работают торговые сети, есть ли весь ассортимент продуктов питания на сегодняшний день, маленькие магазины. Многие закрылись, но в связи с тем, что нет электроэнергии. Большие сети, большей части, насколько мне известно, на сегодняшний день подготовили автономные источники питания. Расскажите, как обстановка на этом рынке? Значит, большинство предприятий розничной торговли работают в штатном режиме. Дефицита продуктов не ощущается, причем некоторые уже начали готовиться к Новому году, поэтому на опережение графика уже начали пополнять продовольственные запасы, поэтому в этом плане у нас проблем не ощущается. С точки зрения условий хранения, все ли имеют возможности сегодня там торговать? Есть определенные проблемы, но большинство работает в штатном режиме. В штатном режиме? Да.
Хорошо, мониторите ситуацию на самом рынке особенно. Ситуация под контролем, мониторится практически в онлайн-режиме, поэтому здесь все под контролем. Оснований, главное, для беспокойства у крымчан нет. То есть, абсолютно нет. Продовольственная безопасность обеспечена в полном объеме. В полном объеме дефицита не ощущается, и в принципе как бы вся продовольственная группа имеется в наличии. Договорились, мониторите ситуацию. Вместо троллейбусов на маршруты выпустят больше автобусов, чтобы крымчане не чувствовали неудобства в связи с временным отключением света. Такие меры предпринимает Министерство транспорта Республики Крым. Министр Андрей Бесалов доложил Сергею Аксенову на экстренном совещании о том, что в целом транспортная система функционирует нормально. На всех предприятиях были проведены оперативные совещания. На паромной переправе сразу же были включены дизель-генераторы. Переправа работает в обычном режиме, если не считать надвигающегося шторма. Отлично отработала команда аэропорта, пассажиры не заметили отключения электроэнергии. Некоторые проблемы возникли с движением троллейбусов. Ночью были остановлены основные маршруты на линии Симферополь-Ялта. Были выявлены дежурные машины для эвакуации троллейбусов и людей. Обошлось без каких-то аварий, происшествий. Сейчас в два раза снижено количество троллейбусов на линиях. Но, учитывая выходной день, троллейбусы ходят с загрузками более 5-10%. В течение недели мы выявим дополнительное количество автобусов для того, чтобы люди, жители Крыма, не почувствовали уменьшение троллейбусных перевозок. Я думаю, что мы с этой ситуацией справимся. Маршрутная сеть будет функционировать в общем режиме? Будет работать в общем режиме. Вместо троллейбусов будет больше автобусов. Договорились, мониторьте ситуацию, сейчас это особенно важно. То есть, как бы, транспортная доступность не должна пострадать. Сделаем все, что от нас зависит. Учреждения здравоохранения республики не пострадают от отключения света. Дизельные генераторы установлены на всех объектах. Министр здравоохранения Александр Галенко отчитался на экстренном заседании у Сергея Аксенова. Необходимые же людям препараты пока что можно будет получить в центральных больницах, там, где есть специальные холодильники для хранения вакцины. Как обстановка? Какая нужна помощь, поддержка? С 12.30 работали все больницы, подключали дизель-генераторы. У нас 84 медицинских организаций, которые круглосуточно обеспечивают медицинскую помощь. 190 дизель-генераторных установок. Ночью все работали дизель-генераторные установки. На сегодняшний день многие больницы, практически все, которые осуществляют эту деятельность, сейчас запитаны от внешних источников электроэнергии. По Крымфармации, значит, сейчас дополнительный генератор ставится там, где хранится вакцина. И вакцины с тех медпунктов, где у нас есть, мы завозим в наши больницы. В больницы, где есть холодильник, чтобы сохранить температурный режим. Но людей должны информировать о том, то есть где они могут получить, то есть лекарства, которые им положено. Да, будем лекарства выдавать только в центральных пока больницах, пока не отрегулируем этот механизм. Должны до граждан доводить, что теперь вы это лекарство можете приобрести вот здесь, именно то, которое требует особых условий хранения. Как правило, те аптечные пункты находятся у нас в здании медицинской организации. Эти медицинские организации будут обеспечены электроэнергией, и в них будут выдаваться медикаменты. А вот один из примеров. Симферопольская больница скорой помощи номер 6 работает в штатном режиме. В медицинском учреждении света не было всего 5 минут. Ситуацию исправили оперативно. Был включен дизель-генератор, и врачи продолжили оказывать помощь пациентам. Мы были больны в реанимации. И вот эти 5 минут оборудование, которое обеспечивало жизнедеятельность, жизнеспособность пациентов, оно работало на своих автономных элементах питания. Плюс, если была необходимость, помощь оказывали в ручном режиме. Но за 5 минут ничего не произошло. Все абсолютно в штатном режиме, без какой-либо паники. Поэтому никаким образом это не отразилось ни на больнице в целом, ни на каком-либо гражданине в частности. В больнице есть 5 дизель-генераторов, они заправлены и в случае отключения света готовы обеспечивать медучреждение электроэнергией. Также в больнице круглосуточно работает электрик, готовый быстро запустить источники света. Вот этого дизеля, который здесь представлен, его хватает полностью обеспечить электроэнергией основной корпус. На 24 часа мы готовы. В течение 24 часов будет подвоз топлива дополнительное. Мы можем беспрепятственно на сегодняшний момент, вот сейчас, работать трое суток. За трое суток мы опять-таки пополним вновь запас топлива и можем работать сколь угодно долго. К
Крымских татар, как и всех крымчан, возмущает тот факт, что линии электропередач в Херсонской области оборвали их бывшие псевдолидеры, которые позволяют себе говорить от имени народа. На этой мысли сошлись общественники на собрании Крым-Берлиги. Активисты уверены, подрыв социально значимого объекта можно смело назвать терактом. Урия Османова всю свою жизнь проработала врачом. Тот факт, что в один момент из-за повреждений ЛЭП Украина перестала поставлять электричество в Крым, ее привел в шок. Ведь в медицинских учреждениях из-за такого внезапного отключения могли бы серьезно пострадать люди. Мало того, если бы не сработали автономные электрогенераторы, без жертв не обошлось бы. Представляете, в больнице может оказаться ребенок чей-то, чей-то близкий родственник, отец, мать, да? И в этой ситуации может находиться под искусственным дыханием или идет операция, и в это время отключают свет. И это тут решается судьба человека. Для того, чтобы выразить свою гражданскую позицию, женщина пришла на собрание общественников крымско-татарского народа. Крым-Берлиги сошлись на том, что поступок украинских активистов можно смело назвать терактом. Больше всего от этого страдают в селах. И больше всего страдают крымские татары, где компактное проживание, и кроме света сегодня у них ничего практически такого нет. Пострадала от отключений и Диляра Абдулаева. Ее дом стоит без света. Больше всего ее возмущает, что такие вандалы, как Ислямов, разрушившие ЛЭП, называют себя лидерами крымско-татарского народа. Вопреки всем ожиданиям наших друзей из Украины, эта ситуация только сплотит крымско-татарский народ еще ближе. И мы будем как можно высказывать свое противодействие этим поступкам, которые сравни буквально поступкам ИГИЛа. Общественники крымско-татарского народа намерены собирать подписи людей, возмущенных действиями политиков, руками которых была обрублена подача электроэнергии в Крым. Впоследствии они будут обращаться в международные организации, которые смогут дать оценку таким противоправным деяниям. Дмитрий Попов, Андрей Псом. Время новостей. Следующий выпуск смотрите в 21.00. Не переключайтесь, оставайтесь с Первым Крымским. До встречи.